заодно и прессик работает. Надо мной тут подписчики угорали по поводу того, что у меня нет рядом зала, нету оборудования дома, это все ерунда. Можно заниматься на улице. Люди приобщаются к здоровому образу жизни. Кто-то может сказать, что только повернутые люди, больные, будут заниматься зимой на летней спортплощадке. Ребят, ну это реально круто. Зимой единственный минус – кроссовки скользят. А многие употребляют всякие аптечные средства. Да, пью свой любимый Нитлс. Простите за мой рот. Я лично всегда хотел быть 110, но у меня не получается пока. Поэтому я просто пока что жирный тренч. Все необходимое для занятия спортом переходите на ссылочку ниже, geonlab.ru. Это зимний бодибилдинг. Что-то у меня сегодня какое-то философское настроение, я много болтаю. Много думаю, размышляю о высоком, о детях, о природе, о спортплощадках, о здоровье. Пойдем тренироваться. Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами на канале Body Mania и с вами Александр Барауля, чемпион России по классическому бодибилдингу. Сегодня мы с вами проведем зимнюю тренировку на летней спортплощадке. Да, это возможно. Очень классная площадка на Соколе. Площадка убирается даже зимой. Достаточно оборудования, турников, скамеек, даже готовые наборные штанги есть. Так что достаем сначала спортпит, заряжаемся перед тренировочкой и начинаем. Витаминки тоже пьем. БЦАшечки обязательно заряжаемся. Протеинчики я взял с собой, но пью его после. Конечно же, само спортивное оборудование. Петли Jungle Gym и один экспандер. Его сегодня будет достаточно. Сегодня плохо пообедал, и мне перед тренировочкой нужна энергия. Быстро усваиваемая, но в то же время не совсем быстрые углеводы. Поэтому я съедаю один батончик Ideal Bar. Отличный перекус перед тренировочкой. Сейчас, друзья, легенькая разминка, чтобы батончик усвоился, а потом можно зарядиться БЦАшкой и нитропампом. Погнали! Эллипс даже на улице, эллипс! А по поводу зимы, простуды и вирусов. Многие употребляют всякие аптечные средства. Поделюсь своим секретом, реально работает. Надо мной тут подписчики угорали по поводу того, что я лечусь водкой с перцем. Но, друзья, она работает. Народная медицина еще не отменялась. Водка с перцем 150 миллиграмм, миллилитров, простите, на ночь. Покой, хороший сон и на утро вы здоровы. Всегда каждое упражнение стараюсь выполнить максимально эффективно, то есть загрузить мышцы не на прямых ногах, а немного в присядку, чтобы мышцы уже работали и грелись. Да, и самое главное, я же забыл выпить БЦА. Это неотъемлемый мой атрибут и до, и после тренировки. Обязательная часть. А чтобы хорошо покачаться, я еще пью нитропамп. Отлично заряжает. Надо отдать должное, все-таки в Москве классные парки. Посмотрите, парк убран, почищен, оборудование достойное. И помимо меня здесь еще несколько человек. И даже пожилой дедушка, он тоже тренируется. Так что отговорки на тему, что у меня нет рядом зала, нету оборудования дома, это все ерунда. Можно заниматься на улице. До минус 10 это вполне реально. Посмотрите, не я один. Так что всем здоровья! Это лучше, чем простые энергетики. Это реально заряжает. Прежде чем делать локальные упражнения, разогрею дополнительно мышцы, потому что все-таки прохладно, поэтому канат. А теперь непосредственно трицепс.
чтобы не скользить, погнали. Хорошо, когда рукоятки независимы и руки не держим вместе. Тогда отличная нагрузка на трицепс. Зимой единственный минус – кроссовки скользят. Поэтому приходится упираться ногами. Мне кажется, первый подход достаточно. Всерьез задумался о переходе в классик физик, потому что в большом ББ до сотни, до 110 я никак не набираю. Пока что тяжеловато. Так что будем планировать на 16 марта Дедушкин Фитнес Фэмили классик физик. Новая номинация, прогрессивная, которую один из моих оппонентов, питерский парень, уже преуспел. Получил даже, по-моему, про-карту. Вот. И есть над чем работать. Гигантской массы не нужно. Мне нужно весить всего 90 килограмм. Так что у меня хороший запас соточки есть, куда ужиматься. И перспектива неплохая. Талия, может, не такая у меня узкая, как у Димки Воротынцева, но будем работать. А теперь бицуля, тоже с упорчиком. Стараемся локти держать выше и прорабатывать бицепс, отлично. Здесь хорошо стабилизатор работает, поясничка, пресс. Ручки надуло. Да, и кстати, друзья, не забывайте, вдыхаем носом, выдыхаем ртом. Не надо бегать по улице, особенно зимой, с открытым ртом. Так легко простудиться. И заметьте, под горлышко носом дышим, выдыхаем ртом. И мое любимое упражнение на переднюю и заднюю дельту – это подъем тела за счет сгибания и разгибания в плечевом суставе, разноименное. Стараемся делать движение за счет прямых рук, только плечевым суставом. Стабилизируем положение тела прессом и поясничкой. Таких делаю 3 серии по 3, соответственно, повторений 15, максимум 20, чтобы хорошо напампить руки, дельты, потому что реально хорошо надувает. Я уже сейчас хороший приток крови чувствую. Вот. И теперь можно следующее, более сложное, от изоляции к базе. Отжимания и подтягивания. Погнали. Многие работают за счет плечевого сустава, я стараюсь сделать только за счет локтевого. То есть опускаешься за счет наклона. И вот теперь работает трицепс. Кто-то может сказать, что только повернутые люди, больные, будут заниматься зимой на летней спортплощадке. Да будет так. Пусть я буду повернутый. Ребят, ну это реально круто. Свежий воздух, тем более температура сегодня не минус 10. Так что работаем дальше. А теперь мои любимые подтягивания с уголочком. Заодно и прессик работает. А дельты-то я не доделал. Трицепс-бицепс, а у нас еще и дельты сегодня. И как хорошо, что здесь есть штанги. Погнали. Армейский жим. Узенький хват. И работаем. Неполное выпрямление в локтевом. И стараемся все делать за счет дельты. Каждый должен подбирать себе при самостоятельных тренировках упражнения и веса, соответствующие своей подготовленности. В зале я бы, может быть, взял вес побольше, но здесь, так как прохладно, вес небольшой, этого достаточно, потому что основная задача таких тренировок – это памп, поддержание хорошего самочувствия и тонуса. Среднюю дельту, переднюю мы уже делали, протяжечка средним хватом. Поехали. Парни, включили музычку, можно фоном ничего не включать. У них всегда бодро. Отличный музон. Всегда бодрее. Тем более я поленился включить свою колонку. Но у них помощнее. Теперь будет достаточно резиночки. Максимальной натяжечкой ее. Догружаем изоляцию.
но на добивочку этого будет достаточно. Конечно, бадежки незаметно, но ручки у меня хорошо надулись. Ну, хотя, что незаметно? Давайте посмотрим, так это или нет. Поехали. Это зимний бодибилдинг. А в конце тренировочки рекомендую каждому. БЦАшки. Это обязательно и необходимо каждому. Не знаю, как другие, а свой выбор я сделал уже давно. Это Гион. Переходите на ссылочку ниже, geonlab.ru. Всю продукцию вы можете найти на сайте. По промокоду Барауля у вас будет скидочка 15%. Заказывайте Гион. Подписывайтесь на Бодимания, ставьте лайки, не забудьте подписаться на мой инстаграм. Я надеюсь, хоть немного смотивировал вас на занятия спортом не только в тренажерном зале, но и на спортплощадках, даже зимой в хорошую, не холодную погоду.